Пеший кокпар. Именно так в Казахстане называется регби. Сейчас эта популярная игра начинает выходить из затяжного кризиса. И сегодня есть шанс вернуть его на прежние высоты. Так считает новый руководитель федерации Бексултан Сарсеков. После развала Советского Союза, к сожалению, этот вид спорта не имел такой серьезной поддержки и потерял свою былую популярность. И на сегодняшний день мы стоим как раз в той позиции, когда есть момент двинуть этот спорт вперед и развить его массово. На прошлой неделе женская сборная Казахстана по регби-15 стала победительницей чемпионата Азии. Турнир прошел скромно. По сути, нашим спортсменкам никто сопротивления не оказал. И женская сборная Казахстана в очередной раз пробилась на мундиаль. Тем не менее, ни для кого не секрет, что неолимпийские виды спорта обречены на существование в тени своих собратьев, включенных в олимпийскую программу. И многие спортивные державы попросту перестают оказывать какую-либо поддержку. Это большая, можно сказать, проблема не только даже у нас в Казахстане, но фактически во всей Азии. По Китаю я вам скажу, что там коммунистический строй, и они развивают только олимпийские виды спорта. Поэтому регби всем они уделяют внимание, а так как тоже регби, классическое, 15, не в олимпийской программе, значит, они прекратили развивать его полностью. Несмотря на то, что регби не так популярен и выгоден, как другие виды спорта, члены сборной команды Казахстана довольны своим выбором и даже мечтают отправить по своим стопам потомков. Вообще, я считаю, что все виды спорта созданы для всех, и просто это зависит от самого человека. У нас очень красивая команда, у нас все девочки замужем, у нас шикарные дети, которые идут уже по стопам своих матерей, которые уже ушли со старшей команды. Я думаю, это сумасшедшая преемственность, и мы только рады будем видеть всех в нашем виде спорта. Как же вывести наш регби на мировой уровень? Дальнейшие планы и способы их реализации зависят от определенных факторов. Регби в Казахстане нуждается в финансовой поддержке, как и любой вид спорта, но регби нуждается на сегодняшний день очень даже. Я знаю положение дел в других видах спорта, я в спорте не новичок, и поэтому считаю, что на сегодняшний день регби очень нуждается, и я обращаюсь именно к этим господам, которые готовы будут нам оказать в этом помощь. А пока нашим девушкам предстоит подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 1 по 17 августа 2014 года во Франции. На первом этапе 12 сборных будут разделены на 3 группы. Действующими чемпионами мира являются регбистки Новой Зеландии, а наша сборная, похоже, в очередной раз будет довольствоваться ролью дерзкого середнячка.